Несмотря на то, что синоптики прогнозируют не самую весеннюю погоду, на 1 мая городские парки приглашают всех жителей в гости. Уже завтра на открытых городских площадках официально стартует парковый сезон. Всего в областном центре работают 8 парков. Это Виновская роща, Молодежный, Победа, Семья, Прибрежный, 40 лет в ЛКСМ, Владимирский сад и детский парк имени Матросова. И в каждом из них запланирована обширная развлекательная программа и проведено благоустройство. В Виновской роще к новому сезону подошли основательно. В мае на территории парка откроются несколько новых аттракционов. Кроме каруселей, для детей обустроили и горку, которая предназначается для катания на сноутьюбах зимой. Горку адаптировали под теплое время года, но прокатиться можно будет на тех же плюшках. Также руководство парка готовит к открытию новую уникальную площадку «Чудеса природы». К нам приходят экспонаты в новый парк, который будет называться «Чудеса природы». Там будут уникальные экспонаты в величину, превышающие гораздо, превышающие реальные размеры, значит, представителей флоры и фауны. Параллельно с работой парка на территории начнется строительство фонтана и реконструкция входной группы. В парках на другом конце города также кипит жизнь. Территория Прибрежного преобразилась до неузнаваемости. Установлена новая входная группа, 2 бесплатных детских площадки и 10 новых аттракционов. Мы сейчас подвели водоснабжение в парк. У нас работают 3 новых современных туалета. У нас готовы дополнительные дорожки, лавки, скамейки, урны. Завтра в Прибрежном пройдет мини-фестиваль детских театральных коллективов и концерт, посвященный Дню весны и труда. В других парках также будет интересно. Пройдут танцевальные марафоны, спортивные конкурсы, мастер-классы и выставки. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.